История. Кадры, снятые фронтовым кинооператором. Освобождение Льгова от немецко-фашистских захватчиков. 3 марта 1943 года. Небылинные богатыри. Советские воины, прорвав линию обороны противника, входили в полуразрушенный, израненный город. Эта пленка много лет пролежала на архивной полке. Чудом ее удалось восстановить. Смотрите, запоминайте. Так было. Может, среди освободителей кто-то узнает и своих, деда, отца.